Проще простого зарабатывать деньги в интернете. Кэшбэк-сервис AliExpress с реальным кэшбэком от 7 до 15%. Заходи по ссылке в описании и возвращай деньги за покупки. Всем привет, люди. Сегодня, значит, пришел телефончик Sony Xperia Z. C6603. Здесь вот Made in Malaysia. Так, Mobile GSM, все дела. Давайте, сейчас посмотрим, что у нас в коробочке приехало. Коробочка, кстати, пришла запечатанная в пленочку. Я уже просто распаковал. Внутри здесь так не густо. Мануал лежит, USB кабель, ну и зарядка, конечно же. И вот сам телефончик. Телефон, конечно, классный. Такой. Красивый телефон, конечно. Суперский. Мне понравился. Здесь есть отверстие под док-станцию. На зарядке через док-станцию. Тут кнопочки. Сейчас попробуем его включить и посмотреть, что у нас там внутри. Так, включается. Ну, конечно, да, конечно, классный телефон вообще. Шикарно смотрится вот так. Отлично. Конечно, круто. Заставочка стандартная у нас тут. Так, ну уже тут ничего себе. Только загрузился, уже даже не тупит. Отлично работает вообще. Так, посмотрим, что у нас. Телефон. Ну да, вот у нас Android 4.2.2, модель C6603. Сильно, сильно. Вот такой вот у нас телефончик. Я еще, значит, там сниму видео и фото с него, в общем, и посмотрим. И будем посмотреть, как качество. Вот. Ну, а так телефон, в принципе, по 12-бальной шкале я 12 баллов дам. Дизайн, конечно, супер. И качество сборки отличное. Вообще ничего не имею, никаких намеков даже на какие-то там недоделы и так далее. То есть все плотненько, все красиво. Сам телефон работает отлично. Понравилось видео? Ставь палец вверх и подписывайся на канал.